Сегодня получился такой приятный конкурс. Было участников немного, но были очень хорошие выступления. Вот. Было на вас всех приятно смотреть. Вы молодцы. Хорошо, что вы все участвуете. Вот. Независимо от того, прошли вы или не прошли дальше. Вот. Все равно это полезный опыт для вас. Вот. И я рад, что вы сегодня здесь, что вы постарались для того, чтобы продемонстрировать там свои шоу. Мы очень хотелось бы никого не выбрасывать из шоу, из конкурса и пропустить всех участвовать дальше. Очень хотелось бы, но конкурс есть конкурс. Правило есть правило, мы должны убрать одну команду сегодня. Вот. Наверное, вы все знаете, какую команду вы будете убирать. Но вообще, продолжающие группы, конечно же, вам легче. Вы уже вы опытнее, вы сильнее. Кстати, все вы должны знать, что команда, которая уехала на День Астаны выступать в Астану, они без первого тура проходят сразу фокус Бездонскую. То есть они будут участвовать. Вот они приезжают 8 числа с Астаны с выступления, и они начинают готовиться ко второму туру. Понятно? Вот, вам оставлю известность об этом. Вот. Не проходит, конечно же, команда Анчоусы. Ребят, вы сами знаете, да, выступление немножко у вас не удалось. На каждом диске записано одно шоу с фокус с American Business Crew 6-7 сезон. Отсюда вы выбираете то, какое шоу вам достанется. Это шоу вы должны скопировать за неделю. На диске также есть трек с музыкой к этому шоу, под которой вы будете тренироваться. Ясно? Хорошо. Репетиции вы будете заниматься с тренером, с тренерами своими на тренировках. Также вы можете приходить дополнительно к дне занятий. Вот, подойдете к Алексею, запишитесь на репетиции, если надо будет. Днем, в любое время, в вашем распоряжении. Вот диски. Давайте выбирайте. Да, да, фокусом дадут Богдан до них. Да. Вот, самый тяжелый. Надеюсь, они попадут целисты. Да, там тебе попался. Нам попадется. Короче, вся тема.